Ученые из Великобритании получили лицензию, которая позволяет ставить эксперименты над человеческими эмбрионами. Опыты будут выполняться в течение первых 7 дней после оплодотворения. Именно тогда ДНК наиболее активна. Имплантировать модифицированные эмбрионы женщинам ученые не собираются. Это запрещено. Тем не менее, институт считает, что это исследование – редкий шанс понять зарождение человеческой жизни на более глубоком уровне. Результаты экспериментов смогут прояснить причины ранних выкидышей и бесплодия. Наша цель – понять, какие гены необходимы для того, чтобы человеческий эмбрион успешно развивался. Это очень важно, потому что выкидыши и бесплодие чрезвычайно распространены, но они недостаточно хорошо изучены. Также генная инженерия может помочь людям, страдающим от неизлечимых генетических болезней, в том числе пациентам с заболеваниями крови и иммунной системы, а также с мышечными и кожными расстройствами.